Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу показать, как сделать очень уловистую снасть для ловли зимнего окуня под названием балда. Для этого мы будем использовать обычную чебурашку, два крючка и бусинку. Для этого мы разбираем нашу чебурашку и на скобу надеваем крючок уже с надетыми на него бусинками. Следующую большую бусинку и далее надеваем второй крючок. Скобу продеваем обратно в нашу чебурашку и получаем очень универсальную и простую снасть. Этой снастью со мной поделился старый рыбак, который облавливал на ставке нас всех. Вот такого плана приманочка у нас получилась. Бусинки желательно использовать красного цвета. Своей игрой она привлекает даже аквариумных рыбок. Друзья, уже завтра выйдет мое новое видео с очень уловистой снастью. И она 100% будет тебе полезной. А чтобы увидеть ее первым, всего лишь нажми на подписку и на колокольчик. Увидимся завтра.